Ремонт дворов по проекту «Комфортная городская среда» могут начать в ближайшее время. Об этом на встрече с журналистами рассказала Ирина Мирошник. В Петрозаводске за 16 дворов победителей примутся, как только позволит погода. У нас готовность уже будет в апреле, но если погода заставит подождать, то это будет май-июнь. Однозначно за летний период мы справимся с такими объемами, потому что в прошлом году мы отремонтировали за эти сроки 80 дворов. И, собственно, это обозначает потребность реальную города Петрозаводска. Также градоначальница рассказала о том, что Петрозаводская администрация запросила у Министерства строительства дополнительные средства, чтобы отремонтировать больше объектов. Кроме того, если муниципалитеты не будут справляться с освоением средств, их также передадут карельской столице. В прошлом году по программе удалось отремонтировать 80 дворов, и в этот раз город мог бы освоить гораздо больший объем финансирования. Тем более, что потребность в этом есть. Жители Петрозаводска подали заявки на ремонт 193 дворов и 62 общественных территорий. Деньги при этом получат лишь 16 дворов и 3 общественные территории. Напомним, на 2018 год из федерального и республиканского бюджета в Петрозаводску пока выделено порядка 35 миллионов рублей.